Всем привет, с вами ZeroPoint, продолжаем проходить GTA San Andreas. В прошлой серии я сдох, не по своей вине, а по вине этой игры, по вине этой миссии с убийством Райдера. Потому что какого-то хера он поехал... То что так фризит-то, я не понимаю. Он поехал в Лас-Вентурас, а мне туда нельзя. Вот, а я его никак не мог до этого убить. И поэтому мне дали 4 звезды, и, соответственно, меня убили. Нахуй. Вот. И я начинаю... Снова, можно сказать, первая серия прохождения... Это Сереж испугался. Штурмовые винтовки. Так, АК-47. Похуй вообще на эти бабки. Я могу потратиться... Так, мне столько хватит, я думаю. А потом, значит, РПГ у тебя есть, мужик? РПГ. Да, блядь, почему на Е? Ну, почему на Т? Непривычно вообще. А винтовки снайперская есть у тебя? Есть, отлично. Дай сюда. Чё тебе с текстурами, мужчина? Ещё мне. Ещё, всё, 40 хватит. На всякий случай греночки возьмём. Греночка. 10 мне хватит вообще за глаза, я их вообще не трачу. Потом. Возьмем мы, наверное, ну, естественно, мы возьмем броник. Это даже не обсуждается. Потом, значит, я возьму дробашек себе. Обрез или... А давай обрез возьмем, а чё бы нет? Давай обрез. Всё, столько хватит. Всё, пошёл в жопу. Хватит меня грабить. Я тебе половину бабок своих оставил. Всё, выйти на. Так. У нас есть... миссия... Сейчас, подождите. Посмотрю, какая ближе у нас. Ну... 4 дракона ближе, поедем, значит, туда. А, там на время, там по времени проезжать. А, я, в принципе, укладываюсь в время, давай побыстрее туда поедем. Блять, ну ёбаные таксисты, а ну... Ну они даже в Сан-Андресе мне достают, ну что такое, а? Я думал, в Мафии 2 эти таксисты остались. Последний полет Торетто. Заебись. Форсажи снимаемся сегодня, да? Карл, ты возьми, у меня для тебя кое-какая инфа. Здорово, Узи, в чем дело? Мы нашли фургон, который ты искал. Он у вертолетной площадки в деловом районе. А Торетто? Да, он там. Похоже, он собирается перехватить товар и смыться на вертолете. Они уже начали грузить коробки. Что-то Торетто такой-то какой-то мутный. Сообщи, если что-нибудь услышишь. Так, Торетто садится в вертолет, блять, на вертолетной площадке. Тут наберись туда, если найти. Блять, форсажи, короче, снимаются. Они, короче, декорации повезли. Это в коробках. Стопудово. Это Торетто, блядь. Ох уж этот Торетто. Не ожидал от него, конечно, такой херни. Ну и чё? Ой, блядь. Ой, блядь, подожди, на. Я не ожидал тебя, блядь. Ой, блядь! Да кто ты нахуй так... Блядские копы, сука. Ну какого хуя, вот скажи мне, а? Пошёл нахуй, я сказал. И чё? Ну, съебался, допустим. Гранатомёт? Да пошёл нахер, козёл! Сука, весь броник схавали. Где гранатомет, сука, ёбаный?
Торетто, блядь! Блядь, ну ебаный насос, а. Тут еще копы ебаные, сука, 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 да садись ты, ебаный. Ебаный твой рот, сука. У, блядь, копы ебаные. Так, а скорую нельзя перекрасить. Классно. Как меня бесит эти вонючие копы, а. Я просто их ненавижу, я их просто, блядь, ненавижу. Ну, сука, ну копы, блядь, какого хуя вы пробили мне колеса, а? Торетто уходит. Сейчас поближе подъедем. Копы, блядь. Отъебись от меня нахуй. Да блядь! Ёбаные копы, су! Ай, блядь! Ты чё, ебанутый, что ли? Ты нахуя мою скорую взорвал, блядь? Вышел нахуй отсюда. Ёбаный дебил, он и сам сдох и скорую взорвал. Дебил, нахуй, чё ты делаешь, блядь? Дебил, ёбаный. О, блядь! Сука, Торетто, блядь! Да отъебались нахер! Как его сбить-то, а? Хуль ты ходишь-то здесь? Блять, да мне пиздец, все, это уже ясно. Ебучие копы, блять, а? Сука, хули делать? Пошел нахуй! И ты тоже, блять! Неубиваемые твари, блять! Взял ты его? Взял. Ну хуй, ну что ты делаешь, блядь, а? Ну ты ебанутый, что ли? Ты хули делаешь, блядь? Блядские копы, а? Блядь. Нахуй пошел, блядь. Козлина ебаная. Вышли! Хуй вас так много, блядь, в этой машине. Я вас выкидывать буду 30 лет, блядь. Так, значит... Перекрашиваемся, короче. Короче говоря, перекрашиваемся. С РПГ я не буду стрелять, знаете почему? Потому что я, блядь, не попаду. Я лучше буду с калаша стрелять. Или со снайперки. Но сначала я должен перекраситься. А здесь я не заеду, да, в перекрасочную. Заебись, блядь. Конечно, мы не заедем в перекрасочную. Ладно. Будем с копами, блядь, ебаться. Будем трахаться с копами, блядь, хорошо. Ебучие копы, блядь. Хули вы Доминика Торетто защищаете вообще? Так, тихо. Блядь, всю машину ухуярили. Всю, блядь. А у него хп... Да хули вы взрываете, блядь, мои машины, дебилы, ёбаные, сука. Отъебись, блядь, от меня уже в конце-то концов. Хули вы... Что вы делаете, блядь, а? Блять, нахуя они взрывают машину мою, а? Это пиздец. Блять, куда я заехал? Ну ебаный насос, а. Ну что за хуйня, а? Ну нахуя вот они машину взорвали опять, а? Они детонируют ее, что ли? Я не понимаю, блять. Хули мне делать-то, блять, а? Заебись, да я сейчас сдохну же все равно. Они все эти ебаные копы завалят или таксисты, блядь. От чего я сдох? Я не видел. Я споткнулся, блядь? Или чё? Я, блядь, споткнулся, походу. Блядь, какой пиздец. Ты взял гран... Блядь, ну ты хули вы не взял-то, блядь, а? Блядь, что ты... Да что ты делаешь-то, блядь, а? Залезь! Блять, встречают, а ну ты глянь, а. Ну остановись ты, сука, на лимузине, блять, остановись. Как заехать в перекрасочную, скажите мне, пожалуйста. Хули тут какие катакомбы, блять, гребучие. Ненавижу, блять, Сан-Франциско. Ну поставь ты метку, блять, ну ты хули метка-то не ставится, ёбаный в рот. GPS, блять.
А, GPS не работает в миссиях, я понял. Охуенная история, блядь. Ёбаный Торетто, сука, у меня заебал, блядь. Ебучий, сука, Торетто, блядь, а мы еще на него работать потом будем. Я ебу, блядь. Нахуй он мне нужен вообще по этой сюжетной линии, блядь. Я вот не помню, к сожалению, сдохнет он по сюжетной линии или нет, но я надеюсь, да, блядь. Я надеюсь, он получит пизды свои, блядь. Потому что он этого вполне заслуживает. Так, как на шоссе забраться? Вот, блядь, хорошо. Ой, блядь. Я надеюсь, он получит пиздов. Потому что он вполне этого заслуживает. Я не знаю, как я должен вообще попасть. Но он 100% не сдохнет, или его там не будет. В этом вертолете. Я уверен в этом. Да, постреляй мне еще, дятел ебаный. Ну ты вылези из машины, хули. Я на F нажимаю, он не вылазит, блядь, заебись. Я на F нажимал, чтобы вы понимали. Так, куда я поехал? Ладно, все нормально. Я на F нажимал, прямо сейчас. Он не выходил из машины. Я хотел стрелять из РПГ по бырому, но он не хотел, блядь, походу. Он за Доминика Торетто, блядь. А, это эти дебилы взрывают машину мою. Так, убегаем, 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 а то они ёбнутые. Блядь, я не попадаю. А так, они ее взорвали, заебись. Я не знаю, как в него попасть. А, мне опять звезду дали. Здорово. Покрасочная моя пошла нахуй, да? Я понял, блядь. Блядь, ёбаный рот. Я не умею с РПГ стрелять. Ну, ёбаный рот, а. Ну, ёбаный таксист, блядь. Ну, хули ты творишь, блядь, а, сука. Они, походу, минируют мою машину сверху. Есть, блядь! Блядь, она сейчас взорвется же. Блядь, нет, в пизду эту машину. Блядь! Сука! Таксист ебаный, дай машину, блядь, пожалуйста. Ну что вы делаете-то, блядь, а? Ну что вы, сука, делаете, блядь, ебаный таксист, а? Да, чтобы начать задание таксиста, идеально, блядь. Сейчас бы импостером становиться. Все, в пизду эти 4 дракона ебаных. Я поеду к Вузе, он нормальный пацан, реально. Не заставляет, блядь, вертолет сбивать. Блядь, ну что вы делаете, нахуй, долбоёбы? А ну что ты делаешь, блядь, сука? Просто, блядь, пиздец какой-то. Каким чудом я сейчас попал по нему? Так, Вузи, здорово. Ты ж нормальный пацан, ты ж мне нормальную миссию дашь, блядь. Не заставишь, блядь. А. О, хорошая миссия, в Xbox поиграем. Мне надо кое с чем разобраться. Что, послушай, не хватит меня отвлекать. Как ты себя чувствуешь? Имеешь в виду, умею я плавать? А, плаваешь хорошо? Нет, не очень. Чёрт, проклятие. Как у тебя получается? Вот действительно, как у него это получается, если он вообще слепой? Чего? Чего, блядь, как он нахуй подводным плаванием? Чего, блядь? Как он нахуй подвод... Под водой поплавать я должен, блядь, или чё? Ой, блядь... Какого хуя, блядь, должен под водой плавать, а? Я охуенно плаваю, блядь! Блядь, нет, Вузи нихуя лучше не дал мне миссию. Чё делать-то, сука? Я чё, знаю, что ли? П-
попрактиковаться в подводном плавании. Школы плавания тут нет в GTA San Andreas, блять, я так понимаю. Тут есть школа вождения, летная школа и мотошкола, и все. Школы плавания тут нет, значит, естественно, я должен сам сейчас поплавать. Хорошо, давайте поплаваем, мне же не хватило бы в конце прошлой серии поплавать-то. Да, давайте на двух колесах покатаемся, потрюкачим, чё бы, потрюкачить такое, понимаешь? Главное опять в Лас-Вентурос не уплыть, а то мне пиздов раздадут. Чё, давайте поплаваем, я хули. Давай мне. Чё ты прыгаешь-то? Ты чё, дурак? Как нырнуть-то? Давай плавай, мне хули. Нам же нечего делать-то, давай. Хорошо. Все, всплывай. Да всплывай, блять, уже. Заебись, блять. А, я так понял, нужен, должен объем легких подрасти. Че ты прыгаешь-то, я не понимаю, а? Медузы какие-то ебаные. Не, должен подрасти объем легких, по идее, да? Или выносливость, или что там должно, короче, блять, увеличиться. И типа вузи меня примет. Я надеюсь. Нахера это сделано, блядь, мне интересно. Я просто хочу, блядь, проходить миссии. Какого хрена меня заставляет вот фрирумить, блядь. Я вообще фрирум не люблю, я люблю миссии проходить. Какого хрена на левую кнопку вообще нырять? Кто это придумал? Ну, сколько плавать-то можно, блядь, уже? Блядь, сколько плавать-то, сука, надо? Так, я, наверное, посмотрю, что надо делать. Секунду, паузу. Все, наконец-то. Томми Версетти просто, блядь, перевернулся в гробу, нахуй. После этого. Реально. Еще эти медузы ебучие. Так, наплавался, конечно, да, вообще. Вылазь отсюда, нахер. Все, поехали к этому вузе. Вообще, дурак, что ли, совсем. Сейчас бы меня нахуй посылать, реально. Типа, ты плавать не умеешь, иди нахуй отсюда, блядь. Мог как-нибудь это повежливо сказать, типа, ну иди, чувак, это поплавай там, что ли, нет. Нет, блядь, я тебе не буду, сука, на миссию приглашать, пока ты, сука... Ой, блядь. Короче, ладно. Чуть-чуть там объем легких увеличился, и ладно, мне хватит, ничего страшного. Все, вузи, здорово, я пришел. Да, играем, да. Чего, блядь? Я должен на максимум прокачать его? Блядь, это какой-то пиздец, слушай. Это, блядь, уже ни в какие ворота, нахуй, не лезет, блядь. Ни в дворцовый, блядь, ни в гаражный, нахуй, ни... Пизду, короче, ладно. Вот я думал, блядь, чем мне, сука, заняться в свои, блядь, выходные. Я уже, я не знаю, сколько я плаваю, минут 30, наверное. Наконец-то меня приняли, блядь, в семью, нахуй, китайскую, блядь, лапшу жрать. Ну, парни, ты знаешь, что ты сейчас пытаешься отговорки придумать, а? Послушай, Сиджи, мне нужен только не кто-то из триады, кому я мог доверять. Ладно, подводим итог. Ты хочешь, чтобы я плавал в грязной портовой воде? Сука, я только что оттуда. Уворачиваюсь от плавающего дерьма вьетнамских бандитов. Блять, только что сейчас это было у меня. Ты так негативно настроен? Послушай, когда я был еще ребенком, я любил плавать возле Санта-Марии. Хуй ты объем легких тогда не прокачал, ты дурак, что ли? Мне однажды презерватив к лицу прилип. Охуенная информация. Какой ужас остается с тобой на всю жизнь, уж поверь. Я должен кое в чем признаться. Я слепой, блядь, да? Да ну нахуй!
Блять. Я так и думал, что он это скажет, я не знаю почему. Да, я хотя я развил другие свои чувства до такой степени, но мой недостаток остается. Вряд ли у них нет никакого толку. Ладно, Вузи, расслабься, не переживай ты так из-за этого. Слушай, я все сделаю. Блин. И вот еще что, ты знаешь, кто я черный, верно? Не китаец. Я слеп, Карл, а не глуп. Родное мое местечко, блять, где я провел полдня уже своих. Заебался я плавать уже, охеренно. Сейчас нас опять заставят плавать, конечно, давайте еще сильнее объем легких прокачаем, почему бы и нет. Кстати, по-моему, ни хрена он дольше под водой и не плавает. Как бы я сильно этот объем легких не... Блять, ну конечно. Давай позбиваем людей. Скоро мы уже в Лас-Вентурас-то поедем, нет? Задолбал меня тоже Сан-Франциско этот вонючий. Скоро Watch Dogs 2 еще проходить, там еще Сан-Франциско, сука, пиздец. Я один Сан-Франциско Лос-Анджелес не окружаю, блядь. Что там светится такое? Что это, блядь? Что там фиолетовое? Судно, на которое нужно установить жучок, находится на якоре в море. Хера там прожектор, ебать, в пол корабля. Нам придется добраться туда вплавь. Маршрут патрулируют ребята из банды Даанга. Это типа сложно, да, будет? Как бы мне просто интересно, типа сложно, да? Или это типа легко? А, это под контрольным точком. Мускулатура, блядь, меньше становится. Какого хуя она меньше становится, не понимаю. Я наоборот руки, блядь, должен качать нахуй. Не знаю как, когда я грибу, блядь, грибу, а мускулатура хуже становится. Да сейчас нырнем, не пизди. Ты дурак? Что ты делаешь, блядь? Все, всплываю. Нам не придется от этих... Что ты делаешь? Ты чё? Ты дурак, блядь? Всплывай. Что ты делаешь, блядь? А, возьмите, ну... А ты не хочешь, блядь, воздух-то забрать? Подожди. Сейчас возьмем ножик. Подожди. Надо восполнить легкие свои. Все. Ножик. Угу. А, блядь. Это тоннель до самого корабля будет, да, я надеюсь? Так, тихо, там глубоко достаточно. Подождем. Подождем, пока он надышится. Я не рискую. А то мне потом заново все делать. Блять. Блять, блять, всплывай, дурак. Самое сложное начинается прямо сейчас. На остров надо, да? Бля. Вы меня типа увидели, да? Блять, ты хуй прыгаешь-то? Короче, ребят, я поплыл. Отъебитесь. Тихо-тихо-тихо. Ты дурак, что ли, блядь? Что ты делаешь? Блядь! Да, в воде. Именно в воде, блядь. В кустике. Ай, блядь! Ай, сука! Да беги ты, ёбаный дурак, блядь!
Блять, ты хули всплываешь тут? Блять, ёбаная собака сутулая, что ты делаешь, блять? Ты так и будешь меня преследовать, ёбаный кораблик? Блять, это пиздец. Да заебал ты, блять, тут плавать, сука. Блять, пизда. Блять, да что вы? Ну ты можешь быстрее дышать, ёбаный дурак, блять. Ну почему, сука, так долго? Блять, там будет аптечка, нет? Блять, какого хуя он так долго надышивается-то, а? Блять, нихуя себе! Да какого хуя, блять, не на пробел-то? Видите, сколько у меня хп, блять? Что? Как я не сдох? Ты нахуя всплываешь? Да хули ты, блять, сутулишься-то, блять, не горбся, ёбаный дур. Блять, какого хуя, блять, на кнопку мыши, блять, нырять? Как дебил придумал эту хуйню? Блять, они меня преследуют, что ли? Все, мне пизда. Блять, ёбаный пиздец, сука, это невозможно, блять. Это же просто пиздос. Это пиздец. Как этот пиздец проходить? Как проходить этот пиздец? Как их оплывать? Блять, можно мне не рассказывать, блять? Ну плыви, блять, хуль ты стоишь? Блять, я не могу привыкнуть, что не на пробел это делается. Блять, на мышку, сука, блять, нырять. Они бы еще сказали бы громкость прибавь, блять, чтобы это управлять, блять, громкостью, ой, этой скоростью, блять, ныряния. На колонках, блять, прибавь громкость, чтобы, блять, управлять нахуй скоростью, охуенно, блять, просто пиздец, блять. Скоро до этого дойдет. Ну, учитывая то, что вертолеты тут управляются по умолчанию, то, что надо мышкой, блять, регулировать ихнюю высоту. Какого хуя этот воздух такой еще накапливается долго? Можешь быстрее, блять, да вдох делать? Хули он так вдох долго делает, а? Дурак, блять. Вот я наплаваюсь в Сан-Андреасе, блять, разучусь в GTA 5 плавать. Пиздец какой-то. Это просто пиздец, блять, какой-то. А можно их как-то обкружить? А хуй обкружишь? И на островке не спрячешься, они тебя сквозь кусты видят. Ну я знаю, блять, хватит мне рассказывать. Нет, не видишь. Да блять, какого хуя? Сейчас он будет, блять. Естественно, давай, преследуй меня, сука, ёбаный. Да блять, да... Суки, блять. Да всплыви! Ты меня не видишь, понял? Блядь. Чё, блядь, издеваешься нахуй? Не всплывай, да не всплывай, блядь, собака сутулая. Хуй ты делаешь, блядь, какого хуй ты всплываешь? Да какого хуй ты всплываешь, блядь, говно ебаное? Сука, как говно всплывает, блядь. Я пытаюсь вниз, нахуй, он вверх, блядь. Блядь! Я застрял, походу, на этой миссии, блядь. Я буду ее до скончания веков проходить. Давайте я уйду на паузу, чтобы, блядь, не ебаться. Давайте на паузу. Короче, я ввел чит-код на бесконечную дыхалку. Я не знаю просто, как по-другому проходить. Я не про в Сан-Андреасе, чтобы проходить такие миссии, блядь, без читов. В пизду.
Можете меня за это ненавидеть, но мне нахуй тратить свои нервы, которых и так нет, в пизду. Поэтому мы сейчас с вами с чит-кодом ВКХ, блять, какой-то я ввел. Мы сейчас с вами очень просто и легко доберемся до туда. Я надеюсь, каким-то магическим образом я не сдохну. Чит-код не выключится. Он не всплывет. Потому что он очень любит всплывать, как говно ебучее. Серия провалов каких-то. Ну, в названии я 100% укажу, что я использовал читы, потому что... Блять. Объем легких зато прокачаю. Нормально. Он вообще не плывет, мне кажется. Он вообще, блядь, не приближается. Что-то светится, там какие-нибудь ракушки, наверное, там лежат. А, вот ракушка, ёбаный насос. За ракушечку соберем. Ну, собери. Ебать, объем легких у меня прокачался. Как бы я это все проходил бы, я не знаю вообще. Как бы, блядь, я это все проходил. Я надеюсь, больше мне читы не придется юзать. Ну, типа, San Andreas, я знал изначально, что я вряд ли без читов пройду. Как бы какой-нибудь Vice City, я 100% пройду без читов. Вот, потому что Vice City я проходил, оригинальную даже. А, у меня есть оружие, кстати. Контрольная точка сохранена, значит, можно поебошить немножечко. А какого хуя у них ножи? Вообще в пизду их. Нахуй. А, не спавнится. А, вот оно что. Вот он не реагирует на клавиши, блядь. Ты дурак, блядь, что ли? Ну, бегай хуй с тобой. Вообще посрать. Вообще посрать. А, вниз надо. А как вниз? Как вниз-то сделать? Чё? Да ничего, блядь. А как вниз спуститься? А с какой стороны, блядь? Чё? А с какой стороны вниз спускается? Вот здесь? Нет, нихуя. Стрелка показывает ниже, но мне 100% же надо к этой хуйне. А куда я должен идти? Чего, блядь? А сюда? А где этот мудак? Ну, мне надо куда-то вниз. А, вот оно. А где он? Ой, блядь! Ой, блядь, сука! Хули пугаешь? Не, давай лучше обрезик возьму. Так побезопаснее будет немножечко. А, ну хотя они с ножиками. Особо они мне не должны захуячить.
А, все. Так, сейчас эти кораблики эти загандошу. Где они? Че, их нет уже? Куда ты спрыгнул, блядь? Кораблики, сказал, загандошу. Блядь, ну ты дурак, а. А, там еще мужик стоит. Ладно, похуй. Поплыли, блядь, хули. Хули, блядь, поплыли. Нихера там тени кораблика. Ну и чё? Ну и чё? И чё, сука? Чё надо-то? Мускулатура хуже становится. Какого хуя она хуже становится? Её чё, блядь, сжимает, что ли? Давлением воды её сжимает, блядь, она меньше становится, я не понимаю. От чего она хуже становится? Она от жира, что ли, зависит? Чем больше я жру, тем больше мускулатуры, нихера себе. Вот так в реальной жизни было бы. Мне должны у тебя сейчас 100 тысяч за эту миссию дать. Так, все, думаю, можно же всплыть. Это уже территория порта, так что... Ёбнутый, что ли? Чё, ёбнутый, блядь, что ли? Это, блядь, территория порта, сука. Чё ты, сука, плаваешь-то за мной? Опять через тоннель, что ли? Да я не хочу. А, пока я не шевелюсь, они не видят еще. Они нельзя было мне сказать это пораньше. А нахуй пойти не хочешь? А нахуй пойти не хочешь? Петушара, блядь. Петушара, сука. Ну ты хули сутулишься-то, блядь. Иди сюда, петушара, блядь. О, исчезли, блядь, обосрались. А корабль оставили свой. Могли корабль с собой забрать. Исчезли. Я хотел разобраться по-мужски, блядь. Чё, давайте к ВУЗе, а то серия вообще какая-то непродуктивная, пиздец. Две миссии выполнили. И то за 40 минут две миссии выполнить, это такое, если честно. Давайте, потому что... Чтобы была нормальная серия, давайте... Он вообще не бежит. Можешь побыстрее бежать, алло? Короче, таксиста отпиздим, давайте. Возьму у него машину. Деду, иди к внукам, блядь, на пенсию. Такси я заберу. Нихуя себе, подожди, блядь, подожди. Такси, забирай свою машину назад. Забирай. Молодец. Я возьму, пожалуй, этот Infernus. А, это Super GT. Ну, я как всегда неправильно говорю название, ну и похуй. Кстати, один в УЗИ остался. Возможно, мы переедем. Но это будет вряд ли в этой серии. Мне кажется, вряд ли в этой миссии. Хотя, возможно, мы прямо сейчас поедем в казино. Почему бы и нет? Но я это не хочу. На самом деле. Блядь. По-моему, Каталины машина быстрее, чем это Супер GT, если честно. Узи, старина. Сиджей, ты застал меня на выходе.
дела. Это большое дело, которое упрочит мою позицию в танге Красный Геккон. Но кое-что наклюнулось, я должен с этим разобраться. Прости. Какие новости, маленький лев? Черт, почему именно сегодня? Черт, ладно, бери гуппи и проверьте. Проблемы? Пацаны из банды Даганка сегодня прибудут в страну. Маленький лев отправился на разведку, так что стоило бы съездить туда. Мне тоже стоило. Слушай, чувак, не парься, честное слово. Спасибо, друг. Твоя помощь, блядь. Спасибо, чувак. Остальные пацаны где? Они погнали за вертолет, чтобы пару раз облететь корабль. Слушай, если все будет хорошо, где-то через неделю позвоню и приглашу тебя в свое новое... Ага, это в казино он пригласил. Давайте я поведу. Спасибо. А, я стреляю. Ну. А в кого? В корабль? А, бля, подводная лодка, нахуй. Люди, блядь. Да, готов, сейчас будем отстреливать эту хуйню. Ну чё, блядь, да вы ёбывались, нахуй. Да вы ёбывались, блядь. Заставили на читы юзать, заставили, блядь. Да раз. Гандон. Штопанный. Чё делаешь, ну, сука? Чё не могу в тебя попасть-то? Ну? Но он вообще не убивается. Сейчас эти суки, блядь, часовые на кораблях, да? Подплыть к грузовому кораблю. Ну ладно, подплыву сейчас. Ай, ну ты можешь побыстрее плыть, но почему ты такой, сука, невыносливый? Выживших видишь? Нет, не могло быть выживших. Не шумите как можно дольше. Возьми оружие. Спасибо. 8 потов. 7? Понял, блядь. Что? Подожди, как? Ты ёбнутый? Скажи мне. Какого хуя он там стоял? Я, блядь, не знал. А кто мне, блядь, сказал, что он тут стоит, а? Я его даже не видел. Блядь, я его даже не видел, сука. Ни нахуй. Стелс, блядь, ненавижу стелсить. А. Нахуй пошли, короче. А с дробаша дострельнул? Нет. Ладно. В пизду вас. Сука, не успел, конечно же, блядь. А, блядь. Залезь, 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 там пушка, залезь. Ещё потрошки пропадут. Залазь, блядь. Патроны пропадут, сука, ты будешь виноват. Сука, ты виноват во всем, блядь. Виноват, блядь. Патроны пропали, сука, все, пизда, блядь. А патроны не вернешь, блядь. Ты можешь с другой руки стрелять? Ой. Ой, блядь! Сердечко мое, I love you. Отлично.
Кто орёт-то, блядь? Угу. Че, блядь? Неожиданно, нахуй. Угу, займись. Кто, нахуй? Патрон бери, пока не пропали. О, хорош. Ай, блядь! Да кто, сука? Да кто, блядь? Ты чё, нахуй, делаешь, блядь? Блядь, ты глянь, а? Ты глянь, что творят. ХП вообще нет. ХП вообще по нулям. Заебали выскакивать нахуй. ХП можно? Алло, блядь. Игра, ХП. Вот, никого нет. Я охуею, если сейчас кто-то появится. Я просто охуею. Вот, никого нет. Никого, блядь, нет. Блять, это опасно, ты чё? Я с таким ХП не буду туда прыгать. Надо его как-то ёбнуть. Вот это вот, он мне мешать будет. Куда он побежал? Куда он ушёл? Куда он ушёл, блять? Сука. Ладно, похуй. На мне пиздец будет, явно. Что это? Тише, ходи, змееголовый пришел. Скоро будем пить колу на свободном западе. А что за хер? Ты куда стреляешь, блять, а? Ну ладно, похуй, сейчас мне патроны не нужны уже. Власти нахер, вас больше там было. Вон, я что-то вижу. Вылазь, сука. Ебать, корабль, конечно, у них ебанутый. Ебанистический просто. Вот где он? Вот где он орёт, блядь? Ебать. Вот где он, сука, орёт? Вот здесь, извините. Сука, крысит, блядь. Да, давайте ещё темнее сделаем, почему нет? Сука, у меня ХП нету. Где дебилы, суки? ХП нету, блядь. Вот здесь кто-то. Ага. Сучара, блядь. Ну чё так темно-то, а? Включите свет. Пошел нахуй. Все ж больше никого нет. Ага, блядь, никого нет, конечно. Никого нет в этом корабле ебучем. Угу. Угу. С одной пульки. Ты кто? Че, собака сутулая, что ли? Ох ты, ебать, во сколько тут. Пожалуйста, змееголовый нас обманул, мы пленники. Пожалуйста, помоги нам сбежать. Можно и не я их поведу, ну ёбаный пассажир, а ну можно... Змееголовый на мостике. Блять, это кто нахуй? О, ХП! ХП восстановили. Блять, ну здесь никого же не должно быть. Ну здесь же никого не должно быть. Ну пожалуйста, ну хоть бы тут никого не было, хотя бы.
Я типа, я потому что здесь всех убил. Если тут кто-нибудь, сука, родится, блядь, из ящика, я охерею. Лезь. Ага, куда, куда лезть-то? Куда лезть-то, блядь? А чё, а куда? А как кто залезть должен? А чё, блядь, Супермен? А, ну хотя да, подожди. Да ёбаный рот, а? Залезь. Ха! Блядь. Ха, блядь! Да ты чё, а? Ладно, будем тут залазить. Как же ужасно у меня звучит пробел, прям... Пиздец, я сейчас оглохну нахуй от этого пробела, блядь. Ужасный звук издает. Ай, блядь! Ты чё, сука? Змееголовый, блядь, иди сюда, нахуй. Ха! Нихуя есть, как ниндзя, блядь. Просто, блядь, как ниндзя, нахуй. Как спецназ, блядь. Что я с ним делать буду? Если мне сейчас захуярить, я просто, блядь, буду дико угорать. Хватит! Мы решаем все здесь! Блядь, серьезно. Блядь, я... Сука, я думал, ты реально ниндзя какой-то китайский, а ты, сука, блядь, китайский нахуй. На китайском заводе, блядь, тебя сделали. Дебил, блядь. Я думал, он какую-то конкуренцию мне составит. А он просто дурак, блядь. Ну, вылезь отсюда, ну. Я заебался насиловать свой пробел уже. Куда? Только не спрыгни. Так, хорошо. А, блядь. Ну и чё, будем прыгать, ребятки? Больше никак. Спасибо тебе за всё! Ё, блядь. 15 тысяч. Наконец мне бабки начали платить уже. И миссия 4 дракона появилась. Наебись. Так, ну на этом мы с вами закончим. Всё, спасибо за просмотр. Серия получилась просто пиздец какая. Всем удачи! Что ты, что, блядь, всем удачи, всем пока-пока, друзья.